Пауло Коэльо – один из самых известных современных авторов. Он отличается своеобразным видением мира и непоколебимым оптимизмом. Его книги вдохновляют миллионы читателей по всему миру, заставляют поверить в чудо и дают надежду на светлое будущее. Избегать проблем, с которыми вы должны столкнуться, это избегать жизнь, которую вы должны прожить. Цените вещи не за то, сколько они стоят, а за то, сколько они значат. Смелые и мужественные люди сами делают свою судьбу. Мы слишком легко отказываемся от своих мечтаний, хотя Вселенная всегда готова помочь нам их осуществить. Решать, меняться, стремиться вперед, мыслить, принимать вызовы, вставать и действовать, отказываться от стереотипов, достигать, мечтать, открывать, верить, останавливаться, слушать себя, расти, побеждать, смотреть на жизнь открытыми глазами. Все испытывают страх в тот миг, когда могут изменить свою судьбу. Будьте смелыми, рискуйте. Ничто не может заменить опыт. Рискни всем во имя своего шанса и откинь от себя все, что сулит тебе спокойствие и уют. Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома. Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится. Никогда нельзя отказываться от мечты. Мечты питают нашу душу.